Заключительный в этом календарном году матч текстильщик провел на выезде. В Санкт-Петербурге наша команда встретилась с футбольным клубом «Зенит-2». Счет в матче открыли хозяева поля на 25-й минуте встречи. Но наиболее яркую реакцию у болельщиков культурной столицы вызвало то, что произошло позже. В конце первого тайма автор гола получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На защиту игрока вышли тренеры и тоже вынуждены были по решению арбитра покинуть поле. Во втором тайме санкции коснулись и текстильщика. На 61-й минуте встречи красно-черным удалось сравнять счет. В самом конце матча судья решил сравнять счет и по удалениям. Так, по второй желтой карточке заработали Евгений Попов и Виталий Диков. Красную карточку от арбитра получил Юрий Морозов. Итог встречи ничья 1-1.